Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как я готовлю уже из готового теста слоеного дрожжевого круассаны. Очень быстро и просто. Что нам нужно? Вы видите уже готовое тесто. Я его вытащила из морозилки, оно постояло у меня часик, разморозилось. Обязательно нужно это сделать, чтобы оно не было замороженное. У меня сегодня круассаны будут с джемом фруктовым. Вот посмотрите, это лесные ягоды. Очень вкусные круассаны получаются с таким джемом. Ну и для смазки круассанов нам нужно будет одно яичко и немножко сахара для посыпки. Ну что, приступим. Вот такое вот у нас тесто. Видите, мы его раскрыли. Оно было закручено. Оно уже, видите, на пергаментной бумаге. Раскатано, поэтому нам остается только порезать его на длинные треугольнички и смазать нашим джемом. Вот видите, я уже разрезала, уже наложила нашу начинку и вот таким образом скрутила наши круассанчики. Видите, не до конца скрутила, но вот так вот их скручивайте с широкого конца к маленькому. Ну, вот такие круассанчики у нас получились. Теперь мы взбили одно яйцо, вот видите, смазываем хорошенько сверху все наши круассанчики. Смазаны наши круассанчики. Теперь мы в разогретую духовку ставим круассаны на 20 минут на 170-180 градусов. Ну вот, мои дорогие, вот такая вкусная тень у меня получилась. Видите, оно немножко вышло, немножко джем наружу, но ничего страшного, оно даже так, даже вкуснее и красивее. Ну все, пробуйте, быстро, легко. Всем приятного аппетита. Всем пока.